Я считаю, что это очень важно для создания здоровой ситуации. Девочки нуждаются в защите, хотя сейчас и мальчики тоже. В одной семье было больше 430 человек. Детям рассказывали об их анатомии, не превращая это в половое воспитание. На разных уровнях происходит злоупотребление, обман. Они находят самую разную информацию в интернете. Как обращаться с этим достойно? Вот о чем необходимо рассказывать. Говорят, что Садхгуру может говорить обо всем на свете. Последнее время вы говорите о половом воспитании, о том, как... Это не я говорю, это вышел такой фильм. Да, это фильм «О Господи 2». Расскажите, пожалуйста, насколько это актуально, насколько важно и о чем это? Видите ли, раньше семьи... Наша семья не была такой, но я был в некоторых семьях. В одной было больше 430 человек. Они жили все вместе в одном большом доме в городе Гокарна, штат Карнатака. Я провел у них 3 дня. Это было невероятным опытом наблюдать, как происходит разделение труда и все остальное. Как все следует тому, что говорит один человек. В сегодняшнем мире нуклеарной семьи невозможно себе представить такую жизнь. Но они все так жили. До достижения 12-15 лет дети не знали, кто их биологические родители. Они бегали по всему дому. Когда они росли в такой обстановке, о мальчиках заботилось множество мужчин семьи, о девочках — женщины. Детям рассказывали об их анатомии, не превращая это в половое воспитание. Обычно, когда в семье было так много людей, сама жизнь предполагала, что девочки нуждаются в защите, хотя сейчас, к сожалению, мальчики тоже в этом нуждаются. Но в то время это касалось девочек. Поэтому им объясняли, как устроено их тело, как следует себя вести, что им нужно делать, что они не должны никому позволять, все эти вещи. Естественно, бабушки и другие члены семьи рассказывали им об этом. Если мать затруднялась говорить об этом со своей дочерью, то там были и тети, и бабушки, и двоюродные бабушки, и другие люди, которые легко говорили с ними об этом. Это происходило естественно. В любом случае, они вступали в брак, когда им было 14, 15, максимум 16 лет. Так что они знали все, что им нужно было знать. Жизнь складывалась именно таким образом. Но сегодня мы подошли к тому, что каждый должен получить образование. Это уже означает минимум 23-24 года. Половое созревание может произойти в 12-13 лет, но остается еще 10-12 лет, в течение которых многие не могут понять некоторые вещи самостоятельно. Значит, кто-то должен им рассказывать, но кто поговорит с ними? Нуклеарная семья — там только отец и мать, больше никого, и они заняты собственными делами. И прежде всего, они могут не суметь правильно передать эти вещи. Им может стать очень неловко, и ребенок тоже может почувствовать себя неловко. Возможно, они не смогут смотреть друг на друга, если будут говорить об этом. В индийской культуре это до сих пор так. Помимо этого, раньше браки заключались по договоренности. Родители проверяли, кто там, что там, приходили к соглашению, и, обладая таким доверием, парни и девушки вступали в брак, ни разу не увидев друг друга. Многие мои дяди женились, не зная невесты в лицо, просто потому что доверяли родителям. Родители не говорили им, что эта девушка хорошенькая, а просто «она хорошая девушка». Для них это означало, что она хорошая. Вот и все. Они всегда считали, что суждение родителей лучше их собственного. Но мы живем в другое время. Сегодня, когда детям исполняется 12-13 лет, они уже в интернете заводят друзей в социальных сетях и все остальное. На разных уровнях происходит злоупотребление, обман. Только сейчас приняли законопроект, согласно которому подобный обман карается лишением свободы на 10 лет. Это решение для времени, в котором мы живем. Возможно, через 50 лет нам это и не понадобится. Но сейчас наше общество нуждается в этом, потому что это самое первое поколение, доверчивое поколение, выходящее в незнакомый мир, переходящее из организованной структуры в широко открытую структуру. Происходит много злоупотреблений. Учитывая этого, рассказывать детям об их анатомии, о том, какова природа их анатомии, почему они испытывают то, что испытывают, как обращаться с этим достойно для себя и для окружающих — это то, о чем необходимо разговаривать.
В противном случае они будут совершать дикие поступки. Помимо этого, они навредят себе, почувствуют себя виноватыми, будут переживать и так далее. Я считаю, что любое образование — это хорошее образование. Всему, что следует знать, необходимо обучать, иначе как это произойдет? Что касается формы обучения, подходы меняются с течением времени. Сегодня эта ответственность лежит на школах, потому что семейная структура больше не организована так, как раньше. Теперь это 2, 3, 4 человека. Поэтому в семье сделать это будет очень сложно, пока не будет выстроены соответствующие отношения. Многие родители так и поступают, но для всех это невозможно. Поэтому я считаю, что ответственность действительно лежит на образовательной системе. Но в то же время ребенку такие вещи должны рассказывать те, кому он доверяет. Если кто-то, кому вы не доверяете, приходит и рассказывает вам про все это, я не думаю, что это сработает. Поэтому в школах должны быть люди, которым дети доверяют, чтобы они могли поднимать такие вопросы, и чтобы дети были достаточно открытыми, чтобы задавать правильные вопросы. Я считаю, что это очень важно для создания здоровой ситуации, особенно для обеспечения безопасности девочек в подростковый период, защиты от различных болезней и других распространенных проблем. В противном случае они найдут какую-нибудь гадость в интернете, все изучат, и кто бы их ни направлял, так оно и будет. Пусть лучше об этом хотя бы расскажет ответственный человек, даже если он вам не понравился. По крайней мере, человека, если он совершит ошибку, можно заставить отвечать. В интернете вы не можете привлечь кого-то к ответственности. Все это необходимо обществу, потому что наше сообщество состоит на перепутье. Это первое поколение женщин, которое вышло из дома, чтобы работать. Их нужно обучать. Они могут быть взрослыми, но тем не менее многие из них не имеют представления о том, как устроен мир. И этим можно очень легко воспользоваться в корыстных целях. Такое происходит каждый день. И девочки помладше, вероятно, более образованы, чем те, которые постарше, потому что у них, возможно, больше доступа к информации. Я считаю, что это очень нужно для безопасности женщин и ответственного поведения со стороны молодых мужчин. Не все можно исправить, но определенно будет лучше, если их всему научат, вместо того, чтобы им пришлось скрываться, стесняться и обучаться этому в подворотнях.